Анонс и точная дата выхода с 96 по 100 серию сериала «Доверенные». Новые серии сериала продолжат выходить с 18 по 22 января. Серии будут выходить по одной в день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Яман очень внимательно рассматривает детскую фотографию Сихер, которая ему очень сильно понравилась. Он стал понимать, что наконец-то смог обрести то, что давно уже потерял. Рядом с Сихер его жизнь стала приобретать другие краски. Как бы Игбель и Зухаль ни старались, им никак не удается избавиться от Сихер. Игбель уже не знает, что ей сделать такого, чтобы Яман отвлекся от нее. Она сказала Зухаль, что до сих пор не воспринимала Сихер всерьез. И только сейчас стала понимать, что это было напрасно. Теперь Игбель решила изменить правила игры и будет действовать по-другому. Сихер узнает, что Яман решил провести собрание компании в своем особняке. Зухаль сказала прислуге, что она должна как следует подготовиться к этой встрече. Но так сложились обстоятельства, что в этот день Адалет осталась одна, так как другие работники взяли выходной. Сихер в этот момент находилась на кухне, и Зухаль сказала Адалет, что Сихер ей поможет все подготовить. Яман очень сильно удивился, когда увидел Сихер с подносом в руках. Ему не нравится то обстоятельство, что Сихер прислуживает всем. Игбель узнает о том, что Сихер снимает некий дом, и она решает отправиться туда. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить с 18 января. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.